Всем привет, я Евгений Матвеев, и это мастерская «Пит-стоп». У нас сегодня необычный гость, это Honda Giorno. В общем, не совсем в стоке, у нее стоит алюминиевая 70-кубовая цилиндропоршневая группа, скорее всего, Athena. Это можно увидеть вот здесь вот по уху, то есть видно, что ухо алюминиевое. 70-ка 100%, потому что даже на руку так, ну, солидно сопротивляется, не прокикаешь. И у нее, в общем, одна проблема. Что бы я ни делал, она ни в какую не хочет работать на стандартном карбюраторе. Карбюраторишка там у него совсем посредственный, на него вот можно посмотреть. У меня тут, в общем, в диффузор вообще никакой из пальцев не залазит. То есть очень маленький карбюратор. И настройкам он не поддается. Вся проблема в том, что он сыпет обороты. То есть что бы я ни делал, вот сейчас я заведу его. И все, и он поехал. Самое интересное, что в этот момент, сейчас конкретно, полностью выкручен винт холостого хода. То есть, вот я его могу сейчас даже полностью выкрутить. Вот он у меня в руке. Полностью закручен винт качества смеси. Полностью отпущен трос газа. И мопед все равно пытается уехать. Подсоса воздуха здесь нету нигде. Основная проблема в том, что в этом карбюраторе, как такового, жиклера холостого хода нету вообще. Стоит обычная трубка с калиброванным отверстием, она запрессована в карбюратор, и все. То есть ничего не сделаешь, абсолютно. Можно его разбирать, там, пытаться поднимать уровень. Но конкретно в моем случае здесь и сейчас вот его беднит. То есть это первый признак. Когда мопед начинает сыпать обороты, очень часто, кстати, многие спрашивают у меня, почему, когда я вот долго-долго ехал, остановился, у меня газ я не трогаю, а мопед пытается уехать какое-то время. Потом, когда он остывает, он сбрасывает обороты до холостых. Вот тот момент, когда он пытается ехать, это на ту температуру двигателя, которая у вас была, смесь от карбюратора была слишком бедная. Вот здесь сейчас то же самое. Когда прогревается мопед, тоже ничего не происходит. То есть электроклапан закрылся, это 100%, и все равно он пытается уехать. Так вот, я предпринял беспрецедентное решение поставить сюда нормальный карбюратор для этой поршневой. 19 мм, нормальный человеческий спортивный карбюр. У него здесь такая вот переходная плита есть. Вот такого вот плана. Специальная тут проставка пластиковая для того, чтобы загерметизироваться полностью. Здесь есть одно «но» с этим двигателем. Здесь под этот тракт, на котором сейчас стоит карбюратор, вот эта вот штука не подходит, потому что расстояние от уха до уха крепежного совершенно другое. Для того, чтобы разобрать жирну, это вообще лютый геморрой. Несмотря на то, что на этом мопеде реально меньше пластика, разбирать его абсолютно неудобно, потому что все здесь исключительно дань моде. Вот этот ретро-стиль гребаный, который портит кровь любому мастеру, который пытается элементарно добраться до карбюратора. Потому что здесь нету сабель, здесь полный примитив. То есть вот это вот все полностью, это комплект. Это все вот как есть. То есть здесь ничего не снять. Если, допустим, взять тот же самый двигатель, который стоит на 18-й Хонде, 27-й Хонде, 30-м такте. Здесь же, чтобы добраться до карбюратора, нужно либо вывешивать мотор очень сильно вниз, либо снимать вот эту всю халабуду. В моем случае все это понадобится делать, потому что мне надо снимать тракт. Мне все постоянно просят, сделай обзор на эту Giorno, сделай на Giorno обзор. Все прям вот писают кипятком по этим вот ретро-скутерам. Всем нравится этот ретро-стиль. Ну ладно, не всем. Если мне не нравится, значит уже не всем. То есть, ну, большому количеству людей нравится ретро-стиль. Я вам скажу так. Это, ну, 24-й такт. Это то же самое. Такой же точно мотор. Кстати, у меня сейчас есть идеальный случай показать вам, чем же по-быстрому отличить двигатель с толстым валом от двигателя с тонким валом. Вот две крышки абсолютно одинаковые. Обратите внимание, что вот эта вот часть у них разная. У вот этой вот, вот эта гуля, она приблизительно на палец выпирает из крышки. Здесь вообще практически не выпирает.
И вот эта вот часть здесь большого диаметра, а здесь маленького. Это вот самый удобный признак, как определить, какой двигатель перед вами, с тонким валом или с толстым валом. У толстого вала вот это все торчит дальше, и оно большего размера. Храповый механизм тоже больше. Здесь храповый механизм маленький. Это крышка с двигателя с тонким валом. Но это так, отступление. Что касается обзора, не буду я его делать на этот мопед. Ну, по крайней мере, в ближайшее время. Здесь нечего обозревать. Та же самая рычажная вилка, что на 24-м такте. Тот же самый двигатель, что на 24-м такте. Тот же дебильный карбюратор, который, не дай бог, если где-то в каналах забьется, ничего вы с ним не сделаете. Тоже с 24-го такта. Рама сделана точно так же, как на 16-м такте. Все очень похоже. Электрика, все полностью, все органы управления, абсолютно все. Здесь вся ходовая часть от носа и до хвоста вся взята с 24-го такта. Это ничем не выдающийся мопед. Абсолютно. Кроме своего стиля, из-за которого я должен разбирать пол мопеда, чтобы банально добраться до карбюратора. Вот в чем вся суть. Вот тот тракт, который стоял на мопеде, и вот тот переходник, который должен стоять на нем же. Разнос ушей разный. При ближайшем рассмотрении двух трактов, к примеру, с 27-й Honda и с черной, тоже можно увидеть огромную разницу, что величина их разная. Поэтому, для того, чтобы установить такой карбюратор, ну, красиво, так скажем, установить, нужно поставить вот такой вот тракт, где-то найти его и купить. Конечно же, можно тут взять, там разрезать как-то эти уши, или здесь, может быть, вот эту вот штуку придумать свою. Но это уже лично, по моему мнению, не камильфо. Поэтому сейчас я отдеру отсюда лепестковый клапан, поставлю вот этот вот тракт, и дальше уже будет проще простого воткнуть, в частности, вот этот вот карбюратор. Маскировка 80-й левел. Поставил обратно этот же фильтр, который здесь стоял, с некоторыми доработками вот этой вот резинки, которая между корпусом фильтра и карбюратором. И пришлось отказаться от переднего уха, потому что, ну, тут кронштейну, в общем-то, негде разместиться. Но это не мешает ему нормально держаться крепко, потому что у него теперь жесткая точка опоры впереди, а именно вот эта вот резинка, которую я укоротил и переделал, ну и, в общем-то, заднее ухо. Еще я нарезал тут пару окон дополнительных для того, чтобы крышка закрылась нормально, ничего не мешало, и для того, чтобы можно было покрутить всякие винтики, которые торчат из карбюратора. Ну а теперь, пожалуй, самое время собрать да прокатиться, посмотреть, валит это вообще теперь или нет.
Вот теперь-то наконец эта хреновина поехала. И она даже нравится мне, как едет. Так что на сегодня у меня все. С вами был Евгений Матвеев. Это была мастерская Питстоп. А также спасибо магазину Мотодар за сотрудничество, за предоставленные запчасти. И магазину Garage Tools за предоставленные инструменты. Подписывайтесь, оценивайте, покажите тот бред, который вы сегодня увидели своим друзьям. И всем привет из Крыма. У Джорны, как и у 24-го такта, постоянно не работает заебись. Поснимали, блядь. До следующих выпусков, блядь. Сука, вот придумали ж, блядь, ебанутый, блядь, наконечник. В рот бы он ебался, падла.